Первый раз пришел на личку. Ну, видно. Ну. Главное желание. Рейтинг, остальное позже придет. Ноль, наверное, да? Ну, дадут. Надеюсь. Если кто-то выиграет. Не, если не выиграть, ничего, ноль будет. Ну, он так и останется. Саня, давай! Хотя это не Саня, это Володя. А мужичок против него из команды есть какой-то. Ну да. Турбостроитель, по-моему. Я не помню. Турбостроитель, точно. Непростой мужичок. Я в их же группе. Ну, я на лиге мужичка обыграл, но было непросто. Он такой непростой. У него под 400 рейтинг, по-моему. О, какие люди. Это же сам Антон Фомченко. Здрасте, здрасте. Привет. Это за что мне? Пивова Соломина. Второй год по 3-0. Перекрестенко, но он непростой. Мне с ним очень удобно, потому что у нас с Антискином вообще никто не играет. Это каждый раз мучение. Да, каждый да, раз 9 очков. И каждый раз не хватает чего-то. Ну ты уже две проиграл или нет? Одну пока. Ну давай. Вот играем, вот в синий футбол, где парень сидит, не знаю. Тоже шустрый, наверное. Не знаю такого. Ну ты давай, соберись, больше нельзя проигрывать. Сейчас попробуем. Давай, 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 молодец. Саша, похоже, уже выбывает, он уже вторую проигрывает. Саша, какой титул? На 8-м столе, да. На комету попал на парня. А, вижу, вижу. Ну пойду еще. Привет. Дениса. Как дела? Пока минус один. Минус один? Давай, соберись. Вторая группа, шестой стол. Иванов, Виталий, Попипин. Иванов, Виталий, Попипин. Цифрики. Судьба свела двух фрумчан ДТП СПБ за одним столом. Смотри, наши рыбаются. Шацила и Рыков выясняют отношения на Омская 2, филиал налички СПБ. Ну надо ж так, а? Буров через бортики прыгает. Не тот Буров, а наш. Так рано, Александр, привет. Первая победа. Да? Здорово, молодец. Здорово, давай. Снова привет. Спасибо. Вы не сильного? Не, не сильно расстрелял. Ну молодец. Не, ну 3-0 тоже можно, знаешь, на тоненького выиграть. Не, там одно очко, два очка. Четвертая группа, Анинский стол. Привет. Как дела? Обыграли кого-нибудь? Ну я одну проиграл, одну выиграл. Сань, соберись. Мы первые соперники, вот наша первая игра. Вдвоем, что ли? Да, да нечестно, это неправильно, я считаю. Нормально, нормально. Ну, мы же ноль, у меня подбрать. Блин, ну как так, а? Ну что делать? Что делать? Дима, ты выиграл, да? Да, ну, Женя просто не собрался еще. Игорь Лебедев. Это Игорь. Мимо бьет постоянно, мимо бьет. Лебедев, ты видел? Три раза, да, видел, три раза за стол. Ну, да. Создание, блин. Соберись, да. Треп. Ну, соперник непростой, да. Он бьет. Не говорю, только руками в стол бьет, типа, подумал. Ну. Молодец. Молодец, но он будущую как-то плохо проиграл очень. Он не упал. Ай-яй-яй-яй, это будет бить. По-моему, этот парень из ракетки. Ух, какая подача, ты видел? Я думал, меня выйдет. Поспать, наверное. Перекошу. Сегодня? Фу!
сегодня? Да. Ну, если отыграемся быстро, может, поеду, а что не поехать? Ну, поеду. Если уж такой теннисный день сегодня. А, чу! Пеленах Гуров Алексей. Нижинских, Морозов, шестая группа, стол 18. Андрей Блинов, Деря. Давай, поспокойненько, успокойся. А вот и Михаил Плотников, пропускающий тренировки и турниры. Встретился на личке СПБ. Как дела? Вот, значит, 3-1 сейчас выиграл. Молодец. Встретил там 400. Ничего себе. Проигрыша нет пока, да? Нет. Ну давай, аккуратненько, давай. Аккуратненько. Хорошо. Сейчас будет рейтинг 455. Ого. Ай-яй-яй, хорошо было бы. Садить на мятого на колени, это надо уметь. Месть Намятова. Играют Александр Намятов и Герман Горелик. Рейтинг 500 против рейтинга 180. Ух ты! Слава Степанов против команды Сосновый Бор или Кронштадт. Кронштадт. А может Сосновый Бор. Привет. Как успехи? Как успехи? Пока иду. Давай, себе. О, соперник непростой. Господин Крючков всегда был непростым соперником. Мне его обыграть не удавалось еще, по крайней мере. Александр Морозов пытается запутать своими шипами соперника и антиспином. Михаил Постников ждет своего соперника и постоянно разминается. Я думаю, что это не так.
все-таки это команда Кронштадт. Очень непростой соперник. Шипами. Крючковский, Доненко. Думаю, что эти соперники не первый раз встречаются между собой. Андрей Трусов заявился на личку СПБ. Молодец. Андрей такая ракетка, что вообще невозможно с ним играть. Там не пойми, что стоит. Дмитрий Демушкин. Да, тут можно не снимать. Тебе на окна на турнир походить за опытом, а у тебя опыта мало. Тут видишь, здесь половина зала наши все, вот все с нами играют. А ты пришел и хочешь это самое. Надо опыта набраться побольше. В одном топ-спине это мало играть. Мало. Вот наш человек, смотри, Дмитрий Демушкин. Ну промахнулся, ну с кем не бывает. Вот два наших рубятся, смотри, Ларин и Климов. Еще раз промахнулся. Дима, соберись. Женя Ларин против Николая Климова. Возможно, они встречались уже на турнирах. Четырнадцатый стол. Ашмарин Гаспарян. Ашмарин. Выиграл Гарелика. Издевался. Ничего, Сань. Следующее воскресенье будет интересно. Пятая группа. 13-й стол. Азами Вали Абдул. Саша Намятов. Александр 1977. Азами. Он же. Вали Абдул Гуров. Стол 13. Саня, когда на Заозерном придет? Первая группа, первый стол. Иванов Александр. Давай, по возможности. По возможности, давай. Дима Хафизов против Пелина Марка. Ой, какой там маленький мальчик играет, а? Это не Ярослав ли? Шакарян. Ой, какой маленький. Попихин Завада, первый стол. Попихин Завада, похож. Первый стол. Вторая группа. Первый стол. Ярослав Шикарян в деле.
Ай-яй-яй. Подача с руки. Соперник с руки подает. А что он с руки подает? Что с руки соперник подает, не скажете? Это Саша Шацила. Снайпер. Сань, хорошая получилась? Да. Здорово. Здорово. Вот там хорошая, вторая, веселая. С руки, с руки. Надо ему сказать, что этих и нет. Вы что не играете? А я с двух часов. Хотел сказать, что мне 19-го надо приходить, но не могу пока. Не заслужил еще. У него там антиспин стоит, там попробуй разберись, что делать. Румчане, ТТ-плей, СПБ. Николай Муравьев против Михаила Постникова. Михаил Постников – это легенда турниров в СК Алексеева, неоднократный чемпион и вообще авторитет наш. В мягком стиле играет, в защитном. Коля Муравьев – представитель классической школы, занимался в детстве, играет жестко. Ну как жестко, вращает много, активно играет, в общем. Вот такая встреча. Жаль, что кто-то из этих парней не выйдет в следующий круг, наверное. А, хорошо, какая. Саш, ты в группу ВКонтакте, выложи фотки. Да, да, да. Молодец, сопли повесил. Ты Вова Соловьев в деле, Вова Солова. Ну, это слишком жестко, по-моему. Слава Степанов. Неоднократный участник турниров на Заозерной и легенда настольного тенниса северных районов господин Завада. Иванов Александр Блинов, третий стол. Иванов Александр Блинов, третий стол.
какая ваша. Есть еще газку добавить? Да. Лошадок прям хватает. Вот я вторую проиграл. Вот там есть, ну, молодой человек. Он стоит на футболе. Ну, вообще, Юрий. Никита. Ну, вот, 1-1, 2-1. Обидно. Алексей Черных. Ай-яй-яй. Хорошо. Запил. Миша слишком мягко на тебя играет. Лебеди болит крыло. Что такое, а? Волнение сказывается, мяч поймать. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так хорошо вложился. Не будем мешать. Андрей Блинов, еще один матч. Ай-яй-яй. Соперник непростой у Андрея. Пятая группа, 14-й стол. Горелик Рубцов. Горелик Рубцов, стол 14. Ай-яй-яй. Сложно. Хорошо, Андрей, поэтому налево эта сторона идет, неприятный удар такой. Ай, Саня Рыков, такой хороший удар был направо, не попал. Я думаю, этого соперника... 14-й стол, 5-я группа, Горелик Чевыкин. Горелик Чевыкин, 14-й стол. Ярослав выиграл, проиграл, выиграл, выиграл, молодец, здорово, Перекрестенко выиграл, выдает. Шестая группа, 18-й стол, Орлов Морозов, Орлов. Господин Яковлев грустит, потому что
недостаточное время уделял тренировкам. Ох ты, Трусов-Шенсов. Вот это матч. Эти парни могли бы выяснить свои отношения и на перекопе, не обязательно налички это устраивать города. Дмитрий Демушкин. Пойду засниму этот матч. Гусев Никита, стол номер 13. Очень интересный матч. Алексей Буров против человека. К сожалению, забыл, как зовут, фамилия Фомин, который очень физически похож на Бурова. Но Вячеславов, очень интересный матч, посмотрим. Ах, эти боковушки Алексея Бурова, а. Ему столба только не хватает здесь еще поставить, чтобы за столба атаковать. Ай, какие противные боковушки. Молодец, здорово. Ой. Молодцы. Ай, осечка. Какая атака слева, а? Там вращение бешеное. Пятая группа, 15-й стол. Азами Вали Абдул Рубцов. Любимый плоскостный пришел. Азами Вали Абдул Рубцов, 15-й стол. Ай-яй-яй-яй, нельзя торопиться на подаче. Ни в коем случае. Лебедев Ларин, 4-й стол. Лебедев Ларин. Группа Лебедев Ларин, 4-й стол. Нашли где играть, налички с КБ. Вторая группа. Какой стол пил. 18. Сергей. Ай, молодцы. Винокуров. Сергей Винокуров, стол 18. Буров, соберись. Фомин набрал форму очень хорошую. Вот соперники уже посерьезнее пошли. Зачет ставится, и все, зачем нервы налички себе трепать. Ларин, Лебедев. Это плей с ПБ оба. Хорош. Леша Буров отквитал один сет.
Ай-яй-яй-яй-яй, на веснушке не получилось. Молодец, сунул все-таки свою боковуху. Ай-яй-яй, красиво хотел Леша сделать, но не хватило мощности. Хороший, я выиграл, проиграл. Выиграл? Молодец. Проиграл на Мятову, да? Да. А ты у него выигрываешь обычно? Я у него где-то проигрываю 60%, выигрываю 40%. Группа 5. Каспарян. Гуров 114. Как он ударил, а? Молодец! Это уже не тот Фомин, который был год назад с Кулаковым там, мусолил мячи. Это другой Фомин. Победа есть, осталось 3. Давай, давай, Антон, соберись. Там некто трачу. Третья группа. Восьмой стол. А кто? Трачу. Не слышал такого. Шакарян Ярослав. Новичок какой-нибудь. Сейчас... Ну не ослабляйся. Отличный матч. Хорошо. И на стыке тоже играли. Соловьев против Ярослава Шакаряна. Шакарян подрос за год. Потренировался. Молодец. Тяжело? Ну, бьет он, да? Бьет. Соловьев примерно 460 рейтинга. Ключи гол. Шакарян примерно 200. Все вспоминай. Не дрожи, не дрожи. Ну, Шакаряна все впереди, как бы. Соловьева тоже, конечно, немножко впереди все. Очень хорошо. Ну молодец, мальчик, молодец. Антоха. Как он попал, лазил, любимый удар. Легенда турниров Нараевского, Вячеслав Степанов, ВСК Алексеева. Многократный чемпион наших турниров против Андрея Трусова, недавно появившегося в нашем клубе. Молодец, Андрей. Слава, не спи. Вот и участник турнира на Заозерной Илья. Вот он. Промазал. Ну как так? Вчера он играл намного агрессивнее. Вот так. Это попадал. Постников Михаил и Попихин
забыл, как зовут, куда его. Миша начал в своей излюбленной манере мягкие откидки с вращением, часто с боковым. У неопытного соперника это серьезная проблема. Ай-яй-яй. Хорошо. Отлично. Ну так и пигать. А? Давай, ломай его. Правильно. Но не надо. Да, не готовы, говорю. Пятый сет? Где? Четвертый. А, да, пятый. Ваш молодец! Оставлен удар налево. Отлично. Этим ударом налево Вова сейчас точно соперника ставит в тупик. Инвалида обыграл его. Вас запилил. Записался и снова играет. Сейчас. Да. На этом же, 15. Да. Молодец. Вода-то есть, попили. А ты обыграл мелкого? Нет. 3-2. Вон там 2-3 настоят все. Куда мне? С ногой они. Что, нога болит? Ну, 2 дня назад только откачали. Что это? Нельзя же, скорее, неделю на костылях Вова не присел под мяч, не пошел топс. Драматичный матч, да? Да. Володя вообще сыпется легко, если у него не идет. Посмотрим. 5-й сет. Ребенок маленький, да, выигрыш? Нет, я не буду снимать 5-й сет. Это моя психика не выдержит, да. Пускай доигрывают сами. Вообще, на первые 2 просто нуля. Сейчас как-то начнем. Андрей Блинов, Пеленмарк. Обидно. Просто везу. Да.
тяжело с молодыми играть. Да шустрыми. Шипы. Короткие, походу. Получили официальное разрешение? Официальное нет. Но это официальное соревнование. Это не частная вечеринка. Привет. Господин Павловский. Только в мою группу не попадай, пожалуйста. А я не знаю, это как получится. Вторая группа. Панин Кулагин, первый стол. Вот Максим Олехнович, он всем показывает свою ракетку и предлагает ей сыграть совершенно бесплатно. Вот как мяч скачет. Макс молодец, не испугался, пришел на личку. Сопля. Группа номер 4. Гусев Никита, Бородин Артем. Гусев Никита, Бородин Артем. Стол номер 9. Марк проиграл. Ой, не Марк, а Ярослав проиграл Володе. Да, в таком матче. Долго будет помнить Владимир этот кошмар. Мальчика. Молодец. Но через год он тебя сделает. Но через год он тебя сделает. Да. Соперники уже серьезные. Игорь, Игорь, а? Молодец. Ай-яй-яй-яй, как так, а? Хорош, 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 давай, давай, давай.
Как ты вообще красивый? Красиво закончились. Это матч. Так, Пленочная. Пленочная, да? Скоро пленка закончится. Появлять надо, да? Да. Ну что он ослабляет, Денис? Ослабляет, откидывает ему, а тут усиливает. Хорошо. Да ниже, ладно, ниже. Где-то зацепилось, да, где-то.